Калужском машиностроительном заводе освоено производство новых тепловозов для нужд промышленного транспорта. В отличие от обычных, новый тепловоз имеет гидропередачу, которая передает мощность двигателя непосредственно колесам. Это позволяет обойтись без электрогенератора, на изготовление которого уходило много цветных металлов. Теперь калужские машиностроители на производстве каждого тепловоза новой марки экономят 1 тонну меди. Во втором году семилетки будет выпущена серия таких машин. Мощность нового тепловоза 150 лошадиных сил. Он может вести составы весом до 400 тонн. Тепловозы найдут широкое применение при перевозке грузов на заводах и в портах, в карьерах и на строительных площадках. Начало серийного выпуска этой современной машины – большой успех коллектива завода.